Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и сегодня мы с вами неожиданно играем опять в Fallout Shelter. Нет, дорогие друзья, к сожалению, нет никакого обновления, уже давно нет обновления, уже, по-моему, 2 или 3 месяца не выходит, надо просто посмотреть, когда было последнее обновление. Обычно обновление на эту игру выходит где-то в 20-х числах, возможно, в этом месяце будет, но, честно говоря, есть такое ощущение, что игру, наверное, вообще совсем подзабросили. Совсем недавно было маленькое-маленькое обновление, 1.12.1, я, честно говоря, даже не знаю, что оно ввело, видимо, оно было техническим, ну и, видимо, какие-то возможности, что-то поменялось, ну, естественно, нам не объяснили ничего, новых квестов никаких не появилось, но, друзья, сегодня у меня появился новый квест, который... Ой, нападение ред-тараканов. Ну ладно, я думаю, что справятся наши ребята с тараканчиками. Так вот, сегодня зашел в игру и увидел, что появился новый квест, которого, мне кажется, мы с вами еще не проходили, поэтому сегодня... его вместе с вами пройдем. Уж простите за столь долгое вступление. Сейчас надо будет разобраться с тараканами, иначе нам не дадут делать эту миссию. Есть. Отлично. Так, до конца я так и не докачал, к сожалению, опять же, наших девчонок в 69-м убежище, а именно там мы сейчас с вами находимся. Потому что, ну, просто действительно очень много приходится прокачивать, и редко захожу, собственно, в игру. Но все равно почти они у нас прокачаны, то есть у нас две девочки остается. Одной нужно пешечку, ешечку, ашечку докачать, и второй, вот здесь вот она у нас, ешечку и цешечку. Так, а подождите. Очень все здорово, конечно. А, ну она харизму качает, да, все верно. В одном из недавних заданий получил вот такую милейшую особу. Ну, она у нас будет лишняя. Мы ее сейчас сюда засунем. Окей. И выкинем отсюда. Нафиг. Все. Да. Окей. Так, и вот такое задание нам дали. Давайте посмотрим его. К сожалению, у меня только одна бригада свободные из тех, которые могут ходить. Пойдем с ней. Не знаю, справятся они или нет. Называется «Смертельный дуэт. Когти смерти Альфы. Уничтожьте двоих разозленных когтей смерти». Я, друзья, не знаю, в одной они комнате будут или в разных. Но попробуем с вами сходить, посмотреть и выполнить это задание. Для выполнения этого задания нам потребуются большие пушки. Об этом прям четко говорится непосредственно в описании к заданию. На старом складе Гротон поселились два когтя смерти Альфы. Ой-ой-ой, пора доставать большие пушки. Ну, у нас есть, конечно, большие пушки. Единственное, я бы, конечно, немножко других бы чуваков бы называл. Ну да ладно. Так, итак, давайте смотреть. Кто у нас есть? Давайте Нуклея возьмем. Нуклея. И Нуклея, да, выберем снеков, начнем задание. И единственное, я что-то не понял, что там за бездельники у нас мотаются. Подождите. Сейчас мы тоже посмотрим. Вот это вот Памела Армстронг. Что-то тут ходит. Пиратский попугай. Сопротивление урону. Из какой комнаты ты, подруга, вообще? Походу вот отсюда. Да, наверное, отсюда. Ладно, не будем на это тратить время, друзья. Давайте мы сейчас перейдем непосредственно к нашим делам. И сейчас все с вами сделаем. Тут всякие игровые шоу. Смертельный дуэт когти смерти Альфы. Давайте туда отправимся. И, наверное, остальные тоже так до кучи пройдем. Ну, не знаю, будет вам интересно или нет. А вот когти смерти Альфа мне очень интересно посмотреть, как все это будет реализовано. Кстати, не факт, что мы выживем, друзья. И это придает особой пикантности этой ситуации. Итак,
Убить второго когтя смерти Альфы. Ага, ну они, судя по написанию, наверное, все-таки в разных комнатах находятся. Ну посмотрим. Так, что ты нам скажешь, девочка? Знаете, кто-то мне говорил, что когти смерти Альфы – исчезающий вид. Да, но если вы не уничтожите этих монстров, то исчезнем мы все. Ну давайте, окей. Хорошую детальку дали для того, чтобы пушки делать. Так, началось. Зеленые тараканы всякие. Так, ну вроде ничего идет. Пока. Но это только тараканы. Отлично. Справились. Есть. Полезли дальше. А представляете, коготь смерти зеленый был бы, радиационный. Вот это была бы жесть вообще. Так, ну здесь обычные когти. Ничего такого супер экстра ординарного пока я не вижу. В принципе, не очень большое здание. Давай, давай, мочи, мочи их. Ну, распердоливайте их, распердоливайте. Есть. Давайте немножко подхилимся. Самую малость. И соберем все, что нам полагается. Так, все есть. Все наш. Идем в следующую комнатку. Наверное, сейчас кто-нибудь здесь из пола вылезет. Нет, не вылез. Странно. Я очень удивлен. Что здесь у нас? Ну, здесь вот вылезли. Ну, здесь обычные тараканчики. Не знаю, зачем сюда тараканов совать. В такую игру было. Ну, в общем, мне кажется, что ничего сложного не будет. Давайте, наверное, на самый верх поднимемся. Пойдем по американскому принципу. Они всегда любят лезть на крышу во всяких боевиках. И мы полезем на крышу. Чем мы хуже американцев? Да ничем. Так, открываем, открываем. Давайте, давайте, давайте. Вот. Отлично. Собираем. И идем в следующую комнатку. Так, тут у нас тоже что-то ничего нет. Наверное, мы сюда зря пришли. Давайте вот сюда в закуток спустимся тогда, потому что у нас по-другому сюда пройти мы не сможем из других мест. Неужели опять тараканы? Слушайте, меня тараканы эти уже задолбали. Я не знаю. Ну, сухари из них только сушить и все. Есть. Чпокнули. Отлично. Лопатку дали зачем-то. Что-то я в таракана попасть не могу. Что за фигня? Есть. Идем в следующую комнатку. И сюда. И здесь опять когти. Ну, это обычные когти, это неинтересно. Ну, ничего. Ничего. Мы сейчас на этих когтях поднатореем и потом займемся альфиозными когтями. Альфиозные когти, идите к нам. Мы уже идем к вам. Тут одно из двух. Либо вы к нам, либо мы к вам. Кстати, тоже была бы прикольная тема, если бы вот какие-нибудь такие супермонстры двигались за вами по всем помещениям. И вам приходилось бы не просто идти искать их в комнату, а они бы сами вас находили и вступали в бой. Вот это было бы прикольно. Так, ну вот уже начались какие-то когтевые комнаты. Давайте глянем, что у нас тут. Наверное, нет, хилиться, наверное, рано еще.
Так, вот здесь подхилимся. Ну и здесь вот так вот. Пусть будет. Окей, идем в следующую комнату. А, вот и Альфа. И он один. Ну, блин, так неинтересно. Я так не играю. Посмотрим, насколько он крут. Пока что-то я не вижу его крутости. Так, один готов. Второй готов. Остался только Альфа. Есть. Из Альфу дали всего лишь шкурку. Ну блин, ну что такое? Могли бы что-нибудь такое нормальное дать. Окей, давайте идем дальше. В следующую комнату, и потом посмотрим, что у нас будет, наверное, вот здесь. Да, они друг под дружкой. Прикольные ребята. Могли бы, конечно, в одну комнату их запихнуть специально для нас. Но, к сожалению, увы, разработчики не хотят нас радовать. Так, этого мы вынесли. Остался один Альфа. Так, наверное, вот эту надо девчонку подлечить, потому что что-то она как-то плохо себя чувствует уже. Все, готово. Короче, победили мы, друзья. Ну, я в этом не сомневался. Если бы вот они были в одной комнатке, вот это было бы интересно посмотреть. А так как они были в разных комнатах, то шансов на победу у них, к сожалению, даже и не было. Ну, давайте вот последнюю посмотрим, что у нас здесь в этой комнатке есть. А, у нас здесь тараканы на закуску. Из них мы сделаем сухариков на обратную дорогу. Чипсы из тараканов. Есть. Готово. Так, все. Здесь мы возвращаемся. И давайте, наверное, пройдем еще несколько заданий, которые у нас там давно уже болтаются. Не знаю, будет вам это интересно или нет. Мы их проходили миллиард уже тысячу раз. Особенно игровое шоу. Но, может быть, кому-то будет интересно. Давайте посмотрим. Так, где у нас спасательная операция? Нет, это не то. Вот, игровое шоу. Начать. Пошли. Пойдемте пройдем игровое шоу. Так, грузись, грузись скорей, мой друг. И вот мы здесь уже. Маленькое убежище. Похоже на то убежище, в котором мы самое первое шоу проходили. Как раз тогда только-только появились вот эти вот подземные пещерки. Добро пожаловать на викторину «Потеряй голову». Ура! Отвечайте на вопросы, правильно и получайте крышки. Ура! Если дадите неверный ответ, то потеряйте голову. Назовите одну из банд рейдеров в мире ядер мира. Операторы. Правильный ответ. Другие правильные ответы — адепты или стая. Так, идем дальше. Здесь у нас ничего нет. Кроме огнемета и автомата. Так, тут опять почему-то ничего нет. Странно. Походу уже все разбегаются от нас. Друзья, все мобы от нас разбежались. Они нас испугались. Следующий этап. Мы переходим во второй раунд. Какое оружие нужно для победы над Култером? Это животный пистолет. Тык-тык-тык-тык-тык. Ответ нелепый, но правильный. Неплохо, неплохо. Идем дальше. О, рейдеры, привет, как дела у вас? Все нормально? Как житуха? Как коктейли? Как нука-кола? Ну, в общем, короче, вы какие-то неразговорчивые, я понял. Окей. Полежите тогда тут, отдохните пока. Готово. Идемте дальше. Следующий раунд. Начинаем третий раунд игры «Потеряй голову».
Окей. Что нужно хабологам? Космический корабль им нужен. Так, да, эти идиоты не могут поверить в то, что это просто аттракцион. Кстати, я когда проходил, там можно как-то повредить космический корабль. Ну, в общем, не до конца его починить. И они попытаются улететь, но у них ничего не получится, и они выживут. А мне они все сдохли. Вот так вот, друзья. Даже так печально было. Очередные друзья встречают нас. Здравствуйте, ребятки. Потанцуем? Готово. Подхилиться, наверное, надо немножко. И собрать все, что нам полагается. И сейчас уже скоро финал будет. Ну, наверное, до финала мы еще с кем-нибудь сразимся. Было ничье, стало наше. Так, о, у нас тут когти, смотрите-ка. Какая неожиданность. Вообще, вот мне кажется, если бы в одной из комнат в реале жили когти, то никаких рейдеров здесь бы и в помине не было. Они бы все бы сбежали бы. Просто сдрапали. Это моя любимая команда, плазма. Прям супер красавцы. Больше всего миссий я с ними прохожу. Так. Ей, дай. Дай сюда. Той. И сундучок дайте. Вот так. Давайте подхилимся. А то кто знает, что там будет в конце. Ну, я так чувствую, что, наверное, ничего сложного. Так, очередные рейдеры, которые не хотят следовать общим правилам и общей культуре общения, задавать вопросы, а просто сразу стреляют. А потом уже задают вопросы с той, кто идет. В общем, как техасцы. Окей. Короче, это техасские рейдеры. Так, ну что? Последний. А теперь последний раунд. Ядерколы с каким вкусом не существует? Друзья, я не знаю ответ на этот вопрос. Свежий ядерколы, ядер рассвета, ядер баца, квантовый ядерколы. Свежий ядер колы, что ли? Ядер баца. Черт, это верно. Ядер кола бывает какая угодно, только не свежая. Вау, друзья, вот так вот. Все, мы прошли. Давайте посмотрим, что там в конце. А, к нам в конце когти на закуску. Сейчас мы из них, из их мяса сделаем себе бургеров. И на обратную дорожку как раз нам хватит. Давайте, давайте. А из ваших рогов, дорогие друзья, когти, мы сделаем, знаете что, вешалку. Вешалку в нашем убежище сделаем. Или люстру какую-нибудь, знаете, как это, из рогов из оленей. На тебе, получи, фашист, гранату. Так, все, окей, здесь мы все справились. Давайте быстренько соберем последнюю комнату. Посетим. Что у нас здесь? О, здесь у нас Каратамама. Каратамама, здравствуй. Ты будешь прекрасной закуской к нашим... Блин, я забыл, что у нас же это не ядерное оружие. Чё-то я уже давно в эту игру не играл. Файна, здесь надо чаще выбираться в пустошь. Окей. Есть. Так, все, друзья. Мы все здесь сделали. Все прошли. Сейчас подхиливаемся, возвращаемся домой, на базу. Вернуться в убежище. Окей. Кстати, мне казалось, что мне за эту миссию обещали робота. Что-то робота никакого не дали. Мне никакой робот не нужен. Но... Где вообще? Так, здесь мы все сделали, но давайте, наверное, еще одну вот эту спасательную операцию сделаем. Чё уж, пусть будет. Пусть будет.
сделаем. Спасти поселенца. Давайте спасать. Здоровое здание. Но он, наверное, где-нибудь на верхних этажах, а на нижние я не хочу больше ходить. О, привет, коготь, как дела? О, ты большой коготь. Ты большой мальчик. Так, придется с ним, наверное, повозиться, я так чувствую. Что-то он туговато идет, да? Так. Нам бы хватило бы хилялочек. Да не, хватит, наверное. Вот он в ярость вошел. Кстати, я не знаю, что она дает. Если кто знает, скажите. Я просто эффекта никакого не увидел от этого. Ну, по идее, наверное, мощнее становится. И такая же ярость, если он не один, а с другими когтями, возникает у других когтей. Сегодня у нас прям день когтей альфа получается. Оп, есть. Следующий тоже есть. А, все, готово. Этого я не успел. Ладно, давайте залезать туда наверх. На самый верх. По американскому принципу полезем. Так. Таракашки. Привет, таракашки, как дела у вас? А у меня есть дихлофос. Хотя, наверное, в постапокалипсис дихлофос для них будет как деликатес. После того, что они пережили. Ух ты, сколько здесь рейдеров. Зацените-ка. Они явно нас ждали и что-то хотели. Но здесь, я так понимаю, что нету того, кого нам нужно спасать. Так, собрали все. Оп, 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 оп. Идем в последнюю комнату. Блин, их там что-то набилось, бедняк. Давайте мы освободим их камеру. Хлебнем кофейку. Кофеек. Лучше всякой нука-колы. Со вкусом вафелек. Прям супер. Так, все есть. Идем сюда. Сейчас зачистим два этажа. Но они могут быть, кстати, и внизу, теоретически. Здание-то большое. Хрен его знает, где оно все. О, красавчик, смотрите. Слава богу, вы получили мое сообщение. И все? Все. Не, тогда не будем ползать. Давайте возвращаемся в убежище. Окей. Взяли этого чел. Мы его, естественно, выгоним. Нам никакие мужики не нужны. Вы же понимаете, да? Потому что это 69-е убежище. Мы там оставляем только, только самых таких клевых мужиков. Либо золотых, либо каких-то супер прям пупер героев. Так. Ну, я думаю, что, друзья, мы на этом с вами, наверное, закончим. Пойду я допивать свой кофе с вафельками. К чему и вас я также призываю. Наслаждаться жизнью и прочее. Я думаю, что в 69-е мы скоро с вами еще вернемся. Будут у нас, наверное, все-таки какие-то обновления. 1.13. Я очень надеюсь на это, дорогие мои друзья. И дорогие друзья, товарищи, работающие в Bethesda тоже. Мы ждем 1.13. Сделайте нам, пожалуйста, такую радость. Всем пока-пока. Приходите еще.